Слушай, уважаемая Джина, ну 13,5 это понятно, а 15 лет? Я смотрю здесь, пусть эти близкие, Путин и Трамп уже по тюльпанчику в ротик получили, по мороженому, раз все бегают вдалеке, как Романенко. Ну, смотрите, соборы есть, сапшорики есть, смерчики, черемуха целая. Не могу, не? Яля, снели. Слушай, давай нейтральные воды, полтора года. В ответе не будешь. Это биг бум бара бум. Мне уже надоедать стало. ГРУ, ИСИАЭЙ, смерчи-чмерчи, застольные дела, да, Шира? Ты Шива. Ну чё, горшки? Вечный чупа-чуп? По йогурту и спать? Вечным сном. Только просьба у меня тебе, уважаемая жена. Отдай мне их всех. Я так тебе на берег выходить не буду. Просто пристрелю, как собак. А это залог. Только всех, особенно... Хачу-хачу с НАСА. За то, что она два чипа сдала. Один у дельфина, один у меня. Только всех. А то помнишь кораблики? Как будто НЛО забрала. И пища еще теплая. Тебе что, лишний флот не нужен? Давай батонами двигай. Просто неохота оскорблять. То вы все как овцы. И слушай, Руданка. Ротики и ротики. Там просто ловчи. Овчинника. Как у пары сапшоли. Такой же баллончик стоит. Газовый, длинненький. Одна справа хата с телефончиками на продажу, с вином и станечкой. Одна напротив, одна возле Сереженьки, да? Посередине у нас нардо-домино. Да не забывай про французский телебашню. Привыкание чипа, да, называется. Да все уже, все раскрыто. Давай, Жен, по натуре встретимся перед терем нейтральных водов. Полтора года я гражданин нейтралов. И тогда весь побережный берег под взрывом находится.